Сокин Алексей Леонидович. Я военнослужащий 1-й Сталинской бригады, попал в плен 20 ноября 2022 года. Я был на позиции. Нам по рации поступила команда отправиться за обозом, за провизией и за новыми рациями. И вот мы вдвоем с парнем с еще одним пошли вот, за обозом, за провизией. Шли по темно, была ночь как раз, было абсолютно ничего не видно. Мы вышли, как мы думали, на правильную дорогу, на правильное место, а оказалось, что нет. Оказалось, что мы заблудились. Мы дошли, поняли, что мы идем не туда, развернулись, пошли обратно. И тогда нас уже, взяли в плен. Мобилизование 30 сентября 2022 года. В январе мы заехали на территорию Украины. Вот, и потом вот уже все. Вот. И в феврале наш полк передали 114 бригаде и начали готовить к штурму. Вот. Я был в группе закрепления. Штурм был неудачный. Как только не успев выдвинуться, попали под артиллерийский огонь. Вот. После этого я понял, что мы будем никак, нам обещали ни в тылу находиться, ни на третьей линии обороны. Вот. И я пытался все это время как-то откосить. Вот. Но у меня ничего не получилось. То... Лично я эту войну не поддерживаю с самого начала. Не стоит ехать в Украину на эту войну. Зачем Россия нам Украина? В России так много своих земель, так много территорий просто. Просто осваивать надо свою землю. Не надо захватывать чужую. Нам тут не рады нас. Здесь вас ждет только смерть.